Девочки, от вас зависит, в каком настроении артист начнет концерт. Давайте. Дмитрий Колдун! Дайте мне силы! Я сказала девочки. Силу дайте. Силу дайте. Сила есть? Ума не надо. Поехали! Подожди, поехали, дай хоть пару слов сказать. Давай! Ладно, поехали. Она горит, словно кинжал без ножен. На металл забывший боли стыд, так похоже. Знаю, я легко в твоей груди стать безумство бездной, но у нас все это впереди. Дай мне силу, я отворю любые двери. Я убью любого зверя, ты мне веришь. Дай мне силу, с ней я достану страсть из пекла и восстану вновь из пекла, вновь из пекла. Дай мне силу, я отворю любые двери. Я убью любого зверя, ты мне веришь. Дай мне силу, с ней я достану страсть из пекла и восстану вновь из пекла для тебя. Знаю, можешь сердце мне пронзить ласковым нежным взглядом. Вижу эту тайну не раскрыть, и не надо. Заструится звездный млечный путь под твоей кожей. В эту ночь вдвоем нам не уснуть. Дай мне силу, я отворю любые двери. Я убью любого зверя, ты мне веришь. Дай мне силу, с ней я достану страсть из пекла и восстану вновь из пекла для тебя. Ну вот, он же предупреждал. Чуть живой звук. Он же предупреждал живой. Накануне в соцсетях написал: «Друзья, дадим рок-н-роллу на авторадио». Немножко жару, да. И мы не успели поздороваться, он уже ушел в рок-н-ролл. Тебе, знаешь, не объясниться, не поцеловаться, не рассказать, как дела, вот это вот все. Знаешь, меня один раз пригласили выступить на благотворительном концерте в День защиты детей. Я там со всеми обнимался, целовался, а потом оказалось, что у меня ветрянка на день рождения случилась. Так что я с тех пор... Мы не заразные. Нет, я не сомневаюсь. Тем более ветрянка точно. Слушай, ну вообще, если серьезно, рок-н-ролл уже начался, и так будет продолжаться, как всегда на живом концерте Колдуна. Но если серьезно, то в нашем эфире сегодня грядет премьера. Да. Будем слушать новую песню, обсуждать свежеиспеченный видеоклип, но... Ну и также слушайте уже проверенные, ставшие, так сказать, легендарными я уже пришел. Хиты. Это правда. Тебе не смущает, что ты уже, понимаешь, ты уже стал классикой практически на нашей эстраде? Все рано или поздно приходят к классике, есть такая поговорка. Мне это удается при жизни. Все рано или поздно приходят на авторадио и становится классикой, понимаешь? Смотри, по поводу того, что ты стал классикой, ты недавно написал комментарий к фотографии студии, вот цитирую: «Записал, устал, присел». Ну, такой, знаешь, пенсионный комментарий по большому счету. Ну, это типа как Борис Николаевич Ельцин. Ну устал, да, я устал, да. Я ухожу. Нет, но я записал песню, я устал. Ну, дело в том, что действительно некоторые песни записываются так, что можно устать. Вот они тебя, из тебя просто душу достают и выматывают просто до мозга кости. И такую песню поэтому мы услышим. Я вот решил в этот момент
сфотографироваться, чтобы всем было понятно, насколько. Тяжела жизнь артиста. Да. И какую ты песню записывал так, что устал, присел? Сложно сказать сейчас. Сложно сказать. Я не помню, конечно, да. Но в любом случае она прозвучит через 5 минут на Авторадио в продолжении нашего концерта. Грезил бы студент-химик из Беларуси, изредка поющий на университетских капустниках в составе ВИА о том, чтобы однажды спеть дуэтом с группой Scorpions, выиграть «Фабрику звезд», а после этого принести своей стране лучший результат на конкурсе Евровидения. Другой бы, может, и нет. А я всегда был уверен в том, что увлечение и желание быть лучшим в своем деле переведут туда, где живут мечты. Дмитрий Колдун от первого лица. Классика. Мы продолжаем концерт. Красиво, Александр, молодец. Красиво, как я написал, как и следующую песню, которая называется «Город больших огней» на Авторадио. Больших огней и тускло Дима Колдун, и мы подбираемся, пожалуй, к главному. Новая песня, новый клип на нее «Чувство без тепла». Вот, Дим, как нужно объявлять эту песню? Как ты себе представляешь идеальный конферанс для этой композиции? Идеальный конференц нужно делать низким голосом. Я так. Вот думаю, что у радиоведущих у вас-то лучше получится. Стихи Михаил Гуцериев. Музыка Кирилл Ермаков исполняет Дмитрий
колдун. Не торопись, подожди, сейчас я знаю, вы сейчас понесетесь. Еще несколько слов до того. Ты объявил хорошо, зафиксировали. В преддверии очередного отопительного сезона чувство без тепла. Пора бы уже и отопить. У меня уже топят. У меня тоже. Повезло. И у меня, вот у нас есть актуальный. Слушай, чем-то был примечателен процесс создания этой песни? Да, это было очень интересное сотрудничество. Дело в том, что это мое первое, так сказать, первая проба исполнять песни на стихи Михаила Гуцериева. Вот. И такая была идея, что песня, она, собственно говоря, о том, что человек опустошается, когда влюбляется и отдается полностью этому чувству. И вот насколько мне это удалось, я думаю, что удалось. А вот что касается видеоклипа, который был снят на эту песню... Ну, это вообще уникальное кино, настоящее. Уникальное. Я сам не поверил, когда увидел это, потому что на самом деле крови не было никакой, когда я лупил мужиков. Да, давай расскажем. Мы же в самом начале программы нашей встречи сказали, что у нас в гостях первый белорусский киборг, потому что ты практически киборг в этом видеоклипе. И анонс у этой работы такой: может ли робот испытать чувства к человеку? На этот вечный вопрос ответит Дмитрий Колдун в роли настоящего киборга в своем новом клипе «Чувство без тепла». На самом деле, я отвечу на этот вопрос скорее песней, потому что, наверное, актерского опыта для меня маловато, поэтому я выбрал для себя наиболее удобную позицию — играть киборга. Изначально это не был даже киборг, это был человек с такой экзопротезом руки, но я решил, что все-таки в роли киборга я буду гораздо более убедителен. В принципе, мы теперь понимаем, что очередная серия «Терминатора» у нас уже есть. Это трейлер. Либо Робокоп. Это тизер. Либо Дима робот. Ну, как вариант. Ну, там не одна рука. Все впереди. Все впереди. Это только самое начало. Итак, «Чувство без тепла». Да, давайте сделаем это. Это, кстати, первый раз, когда эта песня вообще звучит вот в живом исполнении, вот в таком вот прям виде. Поэтому это можно мировая премьера. Полночь на дороге май, ты стояла на кольце печально, не решаясь мне сказать прощай. Ты совсем меня не знаешь и доверчиво готова до утра. Ты меня загадочно пленяешь, между нами вспыхнула искра. Что я хотел, целуя, ускользала и делила ночи пополам. Чувства без тепла, что ты смотришь.
смогла, все забрала у меня. Дмитрий Колдун, «Чувство без тепла». Эксклюзивная премьера на Авторадио. Спасибо огромное. Спасибо тебе, спасибо музыкантам. Отлично, по-моему. Так что слушайте и смотрите, конечно же, клип. Реально очень интересная картина. Ну, а концерт продолжим через пару минут. А концерт мы продолжим. Как он сам говорит, по натуре он интроверт. Человек закрытый, спокойно переносит одиночество, а тишину даже любит. Учитывая все это, он сделал абсолютно правильный выбор и пошел в артисты. Дмитрий Колдун. Да. Всем привет, кто еще не слышал. Я сегодня здесь, и сейчас все те, кто слушают и находятся у радиоприемников, слушают Авторадио, нужно поднять палец вверх. Какой? Ну, любой. Главное, чтобы правильно было. И так. Немножко покрутить, потому что следующая песня называется «Вертолеты». Ваша анимация, Дмитрий. По частям или весь, не понимаю. Оказался здесь, память ломаю. Ты так красива, в голове виллы. Было ли что у нас? Конечно, было. Мы не знакомы, но так даже лучше. Утро стучит в окно холодным душем. Я мысли твои прочел, как по вайфаю. Смотрю на тебя опять и улетаю. Я повторяю все, чего ты хочешь. Ты повторяешь все. Мы чаще дышим медленным шепотом. Не сносишь крышу. Сладкая, как вино. Кто ты такая? Что от тебя меня не отпускает? Я мысли твои прочел, как по Wi-Fi. Смотрю на тебя опять и улетаю. У меня тебя, у меня.
колдун. Дим, еще совсем недавно ты говорил, что в соцсетях стараешься избегать демонстрации личной жизни. Ну, то есть весьма вообще редко... все демонстрации избегают. Весьма редко выставляешь там фотографии семьи и так далее и тому подобное. Но, видимо, что-то изменилось, потому что в последнее время ты поклонникам даришь большое количество ярких таких эмоциональных кадров, где и жена, и детки, что-то изменилось. Такое наитие, знаете, от чистого сердца. Вот, когда тебе радостно на душе, ты хочешь чем-то поделиться, поэтому это нельзя держать в себе, как и много чего еще. В общем, прорвало, да. Давайте поздравим по этому поводу дядю Диму, папу Диму. Папу Диму, конечно. Но он деда же дядя Дима. Нет, еще не деда, но Ян пошел в первый класс. Да, пошел в первый класс и замечательно себя там чувствует. Вообще рекомендую. Всем ходить в первый класс. В первый класс. То есть ему нравится пока. Кстати, в канун, знаете, День Учителя у нас не за горами. И раз уж я пришел, хочется поздравить вот этих всех прекрасных людей, потому что у меня родители учителя, и для меня это особый праздник. Для меня это, ну, не было никогда праздником, потому что они всегда с работы усталые такие. Но вот я всех учителей с наступающим днем поздравляю. Пожалуйста, будьте счастливы. Слушай, Дим, мы достаточно часто разговариваем с тобой, в том числе и про успехи твоих детей, про твою семью, но никогда не говорили о том, что ты на сцене выступаешь с братом, то есть два колдуна. Два колдуна на сцене. Это было один раз. Это ну и как раз. Эксперимент? Мы выступали с оркестром и пели просто по частям несколько песен, он, несколько песен я, и вот такое странное. То есть это не какая-то общая практика такая? Это просто мы, можно сказать, даже и не встречались. Продюсерский проект такой. Такой скрытый тайный концерт. Скрытый тайный концерт. Да, а но мы все-таки спели дуэтом песню «Дай мне силу». Это тоже, конечно, легендарное событие. Весь мир тогда шумел об этом. Ты слушай, а он вообще в каком амплуа выступает? У него какой репертуар вообще, в принципе? Он же гастролирующий артист, действующий. Действующий, гастролирующий. Но такой у него песни, наверное, чуть более серьезные, чем мои. Он там прям глубоко копает. Глубоко копает. Ну, то есть вы все-таки встретите. Будете как-нибудь еще повторять или показался странным этот эксперимент? Ну, кто его два знает? Два колдуна на сцене. Вообще, с братом петь на сцене очень может показаться просто, потому что мы с ним выросли, а с другой стороны, мы совершенно такие чуть-чуть в разные стороны, разного совершенно темперамента, и нам, может быть, даже где-то местами, ну, как-то мы переживаем друг за друга, поэтому так очень нервничаем. Ну, сложно быть двум исполнителям с одинаковой фамилией на сцене. Ну, а как, название, представляешь, тур «Два колдуна». Два колдуна, да. Если бы это было, например, в Литве где-нибудь, то это был бы гастротур какой-нибудь. Тоже клево, да. Поэтому это все очень вкусно, можно преподать. Один колдун, Дмитрий Колдун, здесь у нас в студии. Мы продолжаем концерт и следующая песня. Следующая песня «Почему?». Почему ты не со мной? Почему?
колдун, живой звук, абсолютный лайв на Авторадио. Кстати, все наши уникальные концерты, в том числе и этот концерт Дмитрия Колдуна, вы сможете всегда пересмотреть на нашем канале, канале Авторадио в Ютьюбе. Продолжим через несколько минут. Автомонитор Авторадио. Портал Яндекса поставил пробкам пятерку. Ну что, МКАД стоит в это время, это привычное явление, а вот Садовая сегодня явно разъезжается больше обычного. Полчаса можно оставить на внешней стороне от Старой Басманной до улицы Красина. Ну а судя по записям в разговорчиках, в пути несколько ДТП. Естественно, будьте внимательны, друзья. Дима Колдун у нас в гостях, публика здесь же на местах. Проявите себя, пожалуйста. Вот, красиво. Мы сейчас тут за кулисами разговаривали. И выяснили, вернее, в очередной раз убедились в том, что Дим тот самый человек, который многие решения принимает по наитию. Ну, то есть без особого объяснения, без особой на то причины. Вполне возможно, пребывая в таком же настроении, ты однажды ляпнул, что в 2027 году хотел бы вновь поехать на Евровидение. То есть, я так понимаю, спустя 20 лет после... Да? Ну, а что, после того, как ты там побывал такое, и в качестве кого? Успешно. А он в качестве Джорджа Клуни, так как он заявил, чтобы получилось что-то вроде появления Джорджа Клуни. Чтобы я вышел такой солидный. Хампердинка, который там поехал. Сейчас придется многим объяснить, кто такой Хампердинг. Да. Он тоже поехал во второй раз, по-моему, или в первый. Ну, не вышло. В том возрасте, в котором ты будешь в 2027 году? Нет, еще пока не буду. Просто красивая дата, там, 20 лет. Ну, то есть громкий анонс можно сделать. А результат, как бы, может быть любым здесь уже. Главное, причем, как подать. Согласен с тобой. Ну, то есть, понятно, пошутил, да? Никогда никаких больше планов. Я не знаю, вот существует же наитие. Вот что-то делаешь как-то по интуиции. Вдруг раньше, а вдруг позже, а может быть, никогда. Но, во всяком случае, такого отторжения у меня от этой мысли нет, а значит, антител нет тоже, и, может быть, это когда-нибудь и случится. В 27-м году Евровидение в Беларуси, это было бы красиво. Потерпите немножко. Цитата. «Поддаваться влиянию модного рэпа колдун не хочет ни при каком раскладе». Чья цитата? Хип-хоп, музыка для молодых, а он не в том возрасте, чтобы этим заниматься. Твоя? Твоя. Ты сказал, что хип-хоп для молодых, а ты типа выше этого. Когда ты в душе старик, тогда конечно, нет смысла заниматься. А когда ты молод душой, то можно иногда и зачитать. Да. Ну, во всяком случае, раньше же вот тоже называлось рэпом, когда в песни вставлялись какие-то речитатив куски, просто. Да, то есть, например, Кайметов там, например, тоже можно это считать. Это вообще рэпер. Рэп, да. Поэтому крутой. Может быть любым. Речитамер, эй, красотка, посмотри на меня. Не, ну это все. Ну там они и не стеснялись этого, там мы хип-хоп делали. Да и Кайметов не сильно стеснялся, давай будем честны. Он не знал, что это рэп. Это мы уже стесняемся немножко, потому что есть много рэперов, а тогда рэперов не было, и они были вольны делать, что хотят. Огромное количество рэперов на эстраде тебя сейчас радует, очень удивляет. Радует, очень радует. Одно время даже мне пришла такая мысль, что кто не рэпер, тот обязательно диджей. Mm-hmm. Хорошо, ты в этой категории тогда кто был? Я не диджей, да? Делайте выводы. Так получилось, что выпал как-то я из этой обоймы. Продолжаю петь песни о любви и хорошо относиться к женщинам. Продолжай. Да. Продолжай. Ну тогда давайте, что ли, немножечко пойдем под парусом. Поплыли! Уже слишком поздно, истину не поймешь без меня. Сейчас ты уплывешь. Корабли уходят на закат. Дай руки твои коснуться. Остается немного, чтобы тебя терять.
молчать у порога, что-то еще решать. Нам в темноте хватит света ночного, губы ответ найдут, знаю я. Конечно. Большое поздравляем еще раз с премьеры. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что подарили новую песню. Всем нашим слушателям рекомендую еще раз посмотреть или впервые посмотреть. Он только-только еще вышел. Клип «Чувство без тепла». Дмитрий Колдун. Спасибо большое. Авторадио, спасибо большое. Наше шоу. Спасибо музыкантам. На этом подошло к концу. Благодарим всех. Брагин, Гордеева, Захар. До завтра. Пока. Счастливо.